Осталось дождаться своего вагончика. Ну что ж, подожду здесь. Надеюсь, это будет быстро. Осталось его найти. Ну где ж там мой поезд? Мне уже ехать пора! Ой, какой-то странный и подозрительный человек идет. Давайте не обращать на него внимания. Это ты, Владус? Да, это я. Я присяду? Да, конечно, конечно. Ну, не обязательно, конечно, но... что вы хотите? Дело вот в чем. Не хотите немного подзаработать? Подзаработать? Ну, в принципе, можно. А что в этом ящике? Может быть, сыграем в игру? Да, можно, но только мне, если честно, немножко страшновато с вами играть в игру. Я ставлю все свои деньги, которые находятся в чемодане. 250 тысяч рублей и 25 тысяч долларов. Ого! Реально 250 тысяч! Я согласен, я играю! Тогда смотри, в чемодане два камушка. Так, вижу. Каменная монета. Каждому по одному. Так, ну вам один, мне один. Кто дальше кинет, того и банк. Кидаем с этой линии. Да, только ровно, ровно нужно вставать. Прям максимально ровно к этой линии. Секундочку, я готов. Ваша очередь. Ага, сейчас, секунду, только нужно ровно встать. И раз! Я выиграл! У меня получилось! Я это сделал! Да! А, что? Почему я слышу сейчас звук будильника? Что происходит? Нет, 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 нет! А, черт возьми! А, где я оказался? Что это такое вообще? Лёня? А, да, я выиграл! Что происходит? Лёнь, тут такое дело. Дело в том, что... Да ладно. Да ладно. Не прошло и 100 лет. Ты проснулся. Нам что, снился с тобой одинаковый сон? Да, в этой комнате всегда снится тот самый сон, когда ты выиграл и попал сюда. То есть я что, здесь уже не первый день нахожусь? Конечно нет. Это же второй сезон игры в кальмара. Чего? Какой... Какой второй сезон? А это кто все такие? Дело в том, что во втором сезоне совершенно другие игроки. Познакомься, это Санёк. Всем здравствуйте, это я, Саня. Приятно познакомиться, Санёк. Это имя Ибрагим, вам о чем-нибудь говорит? Прекрасное имя. Так, Лёнь, все, я понял, не нужно меня ни с кем знакомить. Мне нужно отсюда как-то выбраться. Может быть, я смогу вскопать киркой? Почему здесь ничего не ломается? Лёнь, нужно как-то выбираться. Попробуй сильнее просто. Сильнее? Нет, Лёнь, вообще ничего не работает. Что делать-то будем, а? Играть? Вон он уже вышел. О, черт, только не он. Уважаемые участники, приветствую вас на втором сезоне игры в кальмара. А, привет, друг, давно не виделись. Как дела у тебя, бро? Я сказал всем молчать. В смысле? Это что значит? Вам предстоит выступить на новых испытаниях игры в кальмара. Можем начинать. Как это начинать? Я же совершенно не готов. Лёнь, ты что, уже приоделся? Стоп, на мне тоже эта одежда. Ёлки-матрёшки. А Хаги-Ваги-то здесь что делает? А, бомж длинные ноги. Кажется, нам здесь не поздоровится. Игра номер один. Уважаемые участники, игра называется «Светофор». А чё, какие правила? Ведущий называет цвет. Этот цвет должен быть где-то у вас. В одежде, в глазах, в руках, в ногах. Неважно. Если этот цвет есть, вы можете... перебегать на другую сторону. А если нет, то вам придется нелегко. Зеленый. Лёнь, у нас есть с тобой зеленый. Где? У меня есть? Ну конечно, у нас одежда с тобой зеленая. Ну что, перебегаем? Не зеленая, а темно-салатовая. Лёнь, ну ты попробуй для начала перебежать-то. Ладно, кажется, сработало. Смотри, у меня получилось. Кажется, это правда не зеленый цвет. Черт возьми! Ладно, мне придется тогда стоять на линии и ждать, пока он отвернется и назовет другой цвет. Красный. Лёнь, у тебя красный язык! Давай перебегай скорее! Владус, пс-пс-пс, смотри, иди сюда! Что надо-то, Лёнь, если он нас заметит? Меч? Вот, меч красный. О, берешь его в руки и перебегаешь. Предмет можно. А если так, то давай попробуем. Спокойненько, аккуратненько. О, реально работает, Лёнь! Но он нас не убил! Есть! Мы прошли на другую сторону! Успешно! В этот раз вам повезло, но сейчас я назову цвет черт. Ого! Блин, Лёнь, у меня черного цвета в одежде, кажется, вообще нисколечко нет, а у тебя хотя бы глаза черные. Бро. Есть, у тебя ботинки. Ботинки? Что? Ну там серый цвет, Лёнь, это не подойдет. Давай, иди, там черный, давай. Ладно, Лёнь, если он меня убьет, то все будет из-за тебя. Аккуратненько проходим. Лёнь, вроде сработало, смотри. Кажется, цвет реально есть у меня в скине. Успешно. Повезло.
Лёнь, не бегай здесь. Лёнь, не бегай, я тебя прошу, пожалуйста. Вы сегодня прям везунчик. Финальный раунд ассоциируется с цветом белый. Легкотня, у меня половина формы белая, Лёнь, поэтому давай тут смело можем перебегать, и он даже нам килл не пропишет никак. Успешно. Это было изи. Ой, Лёнь, прости, я тебя за линию толкнул случайно. Ланус, ты что сделал? Нельзя же за линию. Игра номер 2. Я думаю, что вы хотя бы раз в жизни играли в догонялки. Поставьте лайк, если было такое. Ставлю лайк, реально было. Ну, играл в догонялки. Ребята, вы тоже поставьте лайк. Ты с кем разговариваешь? Неважно. А что делать-то? Сейчас я вам выдам роли. И как только вы получите свои роли, можете начинать играть. О нет, это будет сложно. У вас будет 60 секунд. Время пошло. Я убегаю. Вы догоняете. О, нет. Лёнь, я считаю до 5, не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Лёня, стой, я тебе говорю, зараза такая. Я ж тебя догоню, зараза. Ты чего думаешь от меня убежать? Ляпа. Нет, теперь я. О, нет. Лёнь, да так нечестно. Ты слишком быстро меня водишь. Если я проиграю, то все, ребята, для меня игра закончится. Опа, заляпал. Лёнь, отстань только от меня, пожалуйста. Мне нужно от него свалить, иначе он меня догонит. Осталось времени 48 секунд. Мне нужно 48 секунд здесь бегать. Ребята, если вы поставите лайк сейчас, то я выиграю. Давайте, ребята, ставьте лайк. Мы сейчас немножко надурим Ленечку. Лень, отстань. Ах ты, зараза такая. Я догоню. 38 секунд осталось. Ляпа. Да ты, зараза. Нет. Ребята, я заберусь наверх. Обманули. Я тебя достану, Владус, я тебя достану. Где ты? Чё? Как ты сюда убежал? Отстань, Лёнь, пожалуйста, 26 секунд, мне нужно просто бегать, и тогда я выиграю эту игру. Так, попробуем забраться на самый верх, возможно, Лёня меня не достанет. Пожалуйста, Лёнь, ну не нужно этого делать, Лёнь, 14 секунд, просто подожди и все. Где ты? Ах ты, вон ты где! Нет, Лёнь, отстань, мне нужно... 9 секунд осталось, ребята, 7 секунд осталось, у вас есть время еще поставить лайк. А, иди сюда, Владос! Лёнь! 1 секунда, все, стоп! Я что, проиграл? Леонид Андреевич выпал из мира. Ну, и такое тоже бывает. Игра номер 3. Ваша задача спрятаться. Можете начинать. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Я не понимаю, что делать-то? Куда бежать? Я что, превратился в дуб? Так, ладно, хорошо. Мне нужно найти идеальное место для пряток. Ну, чувак, ты, конечно, спрятался. Так, тихо, Леня, кажется, уже искать пошел. Серьезно? Главное, чтобы он меня сейчас не заподозрил. Надо встать максимально ровно. Если, ребята, вы ставите лайк, то мы снимаем больше такой игры в кальмара. Это будет троллинг Лени. Тихо, перебегаем, он меня не замечает. А, у кого-то нашел. Так, сваливаем быстрее, пока он меня не видит. Ребят, нужно набрать на этом ролике минимум 20 тысяч лайков. Если у вас получится это сделать, то 100% выйдет новый ролик по игре в кальмара 2-го сезона. Ребята, все зависит только от вас. У него есть 24 секунды, чтобы найти. Уже 22, уже 21. А-ха-ха, ты думал, что я тебя не найду? Кого он там нашел? Да ладно. Ребята, он реально кого-то нашел. Смотрите, он вырубил блок. Так, спокойненько, я сижу здесь. Он меня 100% не заподозрит. Серьезно, он меня не заметил. Так, теперь мы быстренько перебегаем. Надзиратель! Эй, надзиратель, дай еще 60 секунд. Что? Это же нечестно. Ребят, в смысле, какие 60 секунд? Нет, у него 5 секунд осталось. Окей. В смысле окей? Что значит окей? Спасибо, бро! Да в смысле? У него реально еще 60 секунд. Так, мне нужно сейчас спрятаться, да так, чтобы он вообще не заметил. У меня есть шикарная идея. Давайте вот сюда вот заберемся. Смотрите, ребята, он меня так точно не увидит. Вот сюда встаем, ребята, аккуратненько. Я тебя вижу! О, нет, ребята, он гонится за мной. Подпишитесь на канал прямо сейчас. Вот здесь кнопка подписаться. Он уже поднимается сюда. Мне нужно бежать. Скорее подписывайтесь. Кнопка здесь на экране. Смотрите обязательно другие видео. У меня есть еще время, чтобы спрятаться. Посмотрите другие видяхи. Увидимся в следующем ролике. Пока.